Всем привет! Наконец-то пришло время начать работу с эпоксидной смолой. Буду использовать набор, о котором рассказывала несколько дней назад, плюс кое-что из своих запасов. Ссылку на распаковку набора оставлю в описании. Начнем с подготовки рабочего места и материалов. Проверяю горизонтальность своего стола. Уровня у меня нет, но есть очень простой способ. Берем шарик и смотрим, куда он покатится. Оказалось, что мой стол очень даже неровный. Путем нехитрых манипуляций мне удалось добиться того, чтобы шарик стоял на месте, как дрессированный. Нужно также продумать место, где работа будет сохнуть. Оно тоже должно быть горизонтальным. Рабочий стол я занимать на сутки не могу, поэтому планирую оставить артборд на подоконнике. Его я выровнять не смогла бы, но мне повезло, он и так горизонтальный. Дальше нужно продумать, на чем будет стоять артборд во время заливки. Пластиковые стаканчики мне кажутся слишком хлипкими. Мне нужно было что-то невысокое, поэтому я придумала так. Взяла 3 баночки краски и завернула их в пакет. Работа показала, что это было совсем не лишним. Нужно будет накрыть чем-то артборд, пока смола будет сохнуть. Я взяла крышку для торта. Можно взять какую-то коробку или что у вас под рукой. Примеряю, чтобы моя крышка не соприкасалась с работой. Несколько слов о защите. Фартук из набора так себе, я его надела для порядка, но потом сняла. Я работаю аккуратно, заливка небольшая, он мне не нужен. Перчатки вот очень пригодились, и даже потребовалась еще одна пара. Лучше положить вторую где-то рядом, понадобится. Полиэтилен для защиты стола очень нужен. Я обернула им мою обычную защиту стола, на которой я рисую. Какая-то пыль была на полиэтилене, протерла влажной салфеткой. Поскольку время застывания моей смолы 30 минут, смола средней вязкости, то все лучше подготовить заранее. Выбираю краски. Для моей задумки не подходят те, что есть в наборе. Но я изучила этот вопрос. Акриловые краски вполне можно использовать. Надеюсь, что это так. Посмотрим. Буду рисовать солнце. Мне нужны желтые, оранжевые, красные цвета, и возьму я из набора белый и золотой красители. Вот они, главные герои сегодняшнего дня – эпоксидная смола и отвердитель. Мерные стаканчики мне понадобились оба. Пластиковые стаканчики. 2 нужны для замешивания смолы с отвердителем и 5 для создания нужных цветов. Я их обрежу, так будет удобнее ими работать. Деревянные палочки, большая из набора для замешивания смолы и 5 маленьких, по одной на каждый цвет. Малярный скотч понадобится для подготовки артборда. И пластиковая баночка нужна будет для создания водяной бани. Теперь нужно понять, сколько понадобится смолы и отвердителя. Для каждой смолы пропорции свои, читайте на баночках. У меня смола смешивается в пропорциях 2 части смолы на 1 часть отвердителя. В наборе 3 артборда и 100 грамм смолы. Решила, возьму чуть меньше трети, 30 грамм. А значит, отвердителя мне понадобится 15 грамм. Готовим артборд. Края его мне не понравились, я их немного обработала мелкой наждачкой. Не забываем убрать после этого пыль со стола и протереть сам артборд. Берем малярный скотч и приклеиваем по краям артборда плотно, создаем такую ванночку для смолы, чтобы она раньше времени не убежала. Мой скотч оказался слишком широким, лучше взять поуже. Слой смолы совсем маленький, бортики нужны невысокие, а подгибка скотча на тыльную поверхность не слишком удачная идея. Как показала практика, потом трудно будет его снимать. Ну вот, все практически готово, одеваю перчатки. Я планирую размешанную смолу поставить на 5 минут в теплую воду. Налью ее заранее, чтобы к нужному моменту она была градусов 40. Настал для меня волнительный момент. Я впервые в жизни смешаю смолу и отвердитель. Может быть, слишком пафосно звучит, но я и правда волнуюсь, получится ли у меня. Отмерять 30 мл буду мерным стаканчиком. Электронных весов у меня пока нет, придется пробовать так. Лью медленно, боюсь промахнуться и перелить больше, чем нужно.
Затем переливаю смолу в одноразовый стаканчик, пытаюсь выскрести всю деревянной лопаткой, что, кстати, непростая задача. Очень боюсь нарушить пропорции смешивания, поэтому выскребаю все, что могу. Завтра попробую набирать смолу шприцем, посмотрим, что удобнее. Теперь отвердитель, которого мне нужно 15 мл. Что-то я не решилась использовать тот же мерный стаканчик, может и зря. Взяла чистый. Добавляю отвердитель к смоле, снова пытаюсь выскрести все, что есть в мерном стаканчике. И тщательно перемешиваю 5 минут, как сказано в инструкции. Затем переливаю в чистый стакан, выскребаю всю смесь, насколько это возможно, со стенок и со дна и мешаю еще 2 минуты. В стаканчике видно огромное количество мелких пузыриков. Чтобы хоть частично избавиться от них, ставлю стакан в теплую воду. Пробую, она немножко теплее комнатной температуры. Стакан в водяной бане не держится, норовит всплыть. Прижимаю его тем, что под руку попалось, металлической линейкой, и оставляю на 5 минут. На поверхности смеси собирается пенка из пузырьков, но все они не выходят. Ну вот, наконец, наступает самое интересное. Будем делить смолу на части и окрашивать ее, готовить к заливке. Пока наша смола греется на водяной бане, встряхиваем хорошенько красители и перемешиваем акриловые краски. Поскольку я впервые в жизни буду делать заливку, я не очень понимаю, какое количество краски мне понадобится. И я решила поделить смолу примерно на равные части, на глазок. А там разберемся, как пойдет. И начинается магия красок. Какие мне будут нужны цвета, я заранее продумала. Белый использую краситель из набора. Желтый капаю пару капель витражной акриловой краски цвет лимон фирмы Пибео. Оранжевый тоже использую витражную краску. И красный витражная краска Марабу. В белый я решила добавить совсем немножко лимонной краски. Тщательно все перемешиваю. Ну вот мы и добрались до самого вкусного. Начнем заливку. И страшно, честно говоря, и ужасно хочется попробовать, а еще больше хочется посмотреть, что же получится в итоге. Планировала я солнышко, а что получится, пока не знаю. Вам судить, как осуществилась моя задумка. Но не судите слишком строго, опыта ноль. Это же моя первая заливка смолы. Вот ради этих нескольких минут абсолютного счастья и была вся эта нужная и тщательная подготовка. Кстати, о минутах. Слежу, уже минут 10 прошло, как я смолу с отвердителем перемешала, а значит, осталось у меня минут 20 на все творчество. Смола густеет на глазах, да и стаканчики уже почти пустые. Надо быстренько заканчивать рисунок. Должна сказать, что ориентироваться приходится на месте, в зависимости от остатков краски и того, что получается с заливкой. Возможно, с опытом этот процесс станет более управляемым, я очень надеюсь.
решила посыпать мое солнце красными блестками. Только позже уже поняла, что блестки лучше было замешать с красной краской, например. Последние штрихи шпателем и все. Вот так выглядит мое импровизированное, свежезалитое солнышко. Поскольку газовой горелкой я пока еще не обзавелась, да и побаиваюсь ей пользоваться, пробую убрать видимые пузырики иголочкой. Смола густеет на глазах, какие-то пузыри удается убрать, какие-то нет. Есть надежда, что пузыри сами выйдут в процессе. А пока минут на 40 ставлю свою работу отдохнуть и загустеть. Нужно убрать скотч с бортиков, и это оказалось очень непросто. Возможно, следовало подождать подольше, завтра попробую. Скотч убираться никак не хотел. Придерживать за уже окрашенные края трудно, но кое-как я с этой задачей справилась. По мере того, как я убирала скотч, я промазывала борта стекающей смолой. Вот тут и перчатки испачкались, и защита стола пригодилась. Даю работе постоять и еще несколько раз подчищаю капли смолы. Мне кажется, так легче потом будет обработать нижнюю поверхность артборда. Ну вот на сегодня и все. Работа подсыхает, твердеет под крышкой. Я убираю следы своего творчества и прощаюсь с вами до завтра, когда я залью еще два артборда, и мы посмотрим, что стало с солнышком. Прошли сутки, смола затвердела, и я решила обработать тыльную сторону артборда. Можно, конечно, оставить ее белой, но потеки все равно надо убрать, а то как-то неаккуратно получается. Пробую убирать смолу канцелярским ножом, кое-где она поддается. Остатки счищаю мелкой наждачкой. Покрываю белым грунтом, потому что мне не нравятся неровности. И когда грунт высохнет, делаю цветной грунт под цвета моего солнышка. Хочется еще и лаком покрыть, и я это сделаю, чтобы подставку можно было спокойно мыть. Ну что же, первая моя заливка эпоксидной смолой состоялась. Это был очень интересный опыт. Вот такая подставка получилась, по-моему, для первого раза совсем неплохо. И это только начало пути. У меня уже почти готовы еще две заливочки артбордов, и видео об этом я сделаю в ближайшие дни. Не потеряйте меня на просторах YouTube. Подписывайтесь на мой канал и давайте исследовать чудесный мир эпоксидной смолы вместе. До встречи!